Привет. Ну вот мы вернулись на это же место. Неделю спустя. Здесь мы были на фонде. Сейчас мы попробуем поло. Что он из себя представляет? Снег растаял. Ну здесь вообще каша, конечно. Посмотрим, что попробуем. Доедем мы до той ямы, нет. Здесь вот так вот. Там так. Ну все, что? Попробуем. Водитель у нас сегодня другой. Наше место. Снимаешь что? Да. Я вон эти с рукой на эти покажи. Вот они. Наши бабушки. Здесь вот. Здесь да, буксовали. Ой. Ну что, может палки-то выкидывать далеко не будем? Да. Я думаю, пригодится. Не намного мы дальше проедем. Уже не наши. Наши, наши? Наши, здесь все наши. Палки толщиной в человеческую руку. А наш он делался. Да. А вон они, обрубки. Попробуем, что. Вот она, эта траншея, да? В которой тогда, да, упали. Угу. Ну давай, заговни мне всю машину. Да ладно, ты чё? В говне? Чё? Ну ты видишь, чё ты наступил? Где, блядь? А, ну подумаешь. Дебил. Нужно природе. Ой, дебил, дебил. А вот здесь мы это делали, да? Сибаса. Сибаса как-то. Ну ладно, попробуем, чё. Чё тут? Чё там, на чё смотришь? Покажи. Да, протектора-то нет, он весь забитый уже грязью. Он вообще как по льду. Ну ладно, попробуем. Ну вот сюда побоялись соваться пока. И вот так вот это все дело выглядит. Без вариантов. Что у нас с этой стороны происходит? А, ну тут еще больше, как Андрей. Не покрышки, как на Формуле 1. Ну вот она. Слик такой. Ну ладно, им помочь надо. Да? Ну что, на полном приводе, на сколько у тебя просвет? 17. 17. На полном приводе на 17 сантиметров, по снегу 150 метров, на переднем приводе на 18 сантиметров по снегу, ну что там, метров 30. Какому снегу? По грязи. Метров 30, наверное, не больше. Да? Вон она ехала, она прям скатывается. Здесь встали, кое-как на чисто водительском мастерстве. На мастерстве. На траву. Сейчас попробуем. Пусть того, как охреначил меня всего грязью. Да не надо было лезть. Да конечно. Что тебя просил? Четко прям коми такие полетели. Ну давай, попробуй. Попробуй. Ну, пытается выехать. Ну что, получится, нет? Ну, молодец. Дуракам закон не писан. Второй круг решил сделать.
Ну вот что, выехали. Исключительно на водительском мастерстве вышли. Вот такой липок, свидетель. Это то, что до Дениса не долетело. Да, так-то, да? Ну ладно, что, поедем? Пойдем. Ну что, хотели приключений? Получили, что? Вот они, приключения наши. Все, без вариантов. Надо было дебилу поехать. О, что там посмотрим. О, тут вообще капец. Я по порогу стою. О, капанда. Что, давай толкай, пока она живая. Да, ну ладно, что, пойду толкать. Что мы там сказали, через 20 минут выезжаем. Шибарган. Дождь пошел. Ну что, попытаемся, что ли? Подкопали ее со всех сторон. Подложили палочек. Дождик вот идет. Отметили первый дождь. Да. Так, интересно, на какой мы сейчас высоте находимся? 49 метров, между прочим, над уровнем моря. А, вот в чем причина дебилизма-то. Ну давай! А у тебя под правым глазом родинка или грязь? Не знаю. Я чую. Сейчас выйдем. Третья попытка. Машина остановилась. Давай. Вот так вот стоим. Пришлось идти. Ой, за помощью. Не вылезли. Нет бы дебила правее взять. Нет, он полез сюда, в центр. Идиот. Ой. Ну ладно. Ну тут идти, благо, недалеко. Вот она уже, трасса. Ну вот. Стоим. 2 часа прошло голосование. Ни от кого помощи в нашей стране не дождешься. Да. Вот здесь вот мы стоим. 300 метров от дороги, блин. Ни один не остановится. Трофи Рейд проезжал. Все такие крутые внедорожники. Ни одна сволочь. Ни одна. Ой, ну ладно, что, пойдем дальше голосовать. Ну вот, что, нашлись все-таки добрые люди. Нашлись. Китайский автопром. Вытаскивает немца. Как два пальца обоссать. Хорош.
сейчас сам сядешь. Так, посмотрим, что тут у нас. Тут по сухому пойдешь, нормально. Так, ну что, где мы тут были? Одно колесо. Ну вот тут торчало. Вот тут торчало, да. Ну тут дальше прикол, что? Теперь вот это застряло. Ну что, вот это теперь? Теперь немецкий автопром вытягивает китайца доброжелательного. Пытается во всяком случае. Сделал доброе дело. Сам усел. Вот так мы друг друга вынимаем. Пришлось связать два троса. Опять застряли, что? Нас опять вытащили. Так-то.